Привет! Привет! Мы на канале Майдель. Сегодня мы упаковываем Эмбер. Эмбер кейс керинг, да? Это кейс, который можно... Будем распаковывать уже? Да. Давай сначала покажем, секундочку. Вот такой кейс керинг. В него там можно... Эмбер показывает. Там Эмбер? А, Дашенька говорит, покажи, там указано, что Эмбер можно класть в этот сейф. И все игрушки для нее, да, туда? Конечно, хорошая, да. Битика, Дашенька говорит, ей нравится. Вот такие есть еще для Поли кейсы и для Роя, да, видимо. Ну что, начинай открывать? Да. Давай я немножко тебе помогу. Нет. Давай я немножко помогу, потому что тут надо я коробку. Я буду делать коробку. Ты держи коробку. Открывай. Я сама. Вытаскивай, что там есть. Вытаскиваем. Давай, потянем, тянем, потянем. Ух ты! Давай сюда эту коробку. Вот у нас что получилось. Вот такая Эмбер. Дашуль, ну давай, надо ее... А ну, я буду с этой стороны. Разрывать ее будем. Давай, я сейчас буду немножечко тебе помогать. Пробуем разрывать. Получается, Дашуль? Где? Разрезай все-все-все заклепочки, которые есть, потому что тут все так прикреплено. Вот я уже достала шприц, попался такой. Вот он, а, он вот так давит, как помпочка. Это градусник. Слушай, ну градусник тут реально сделан очень прикольный. Да нет, я таких, держи, я таких, давай я буду открывать, а ты рассматривай, что попалось. Ой, смотри, выпала Эмбер. Вот я такой трансформер, классный Эмбер. Так, а я для Дашеньки буду все доставать, потому что... Ой, нога! Надо все сломалась. Нога сломалась. Попробуй ее трансформировать, мы потом... Нога. Почини. Ну, починим ногу, не переживай. Положи попробуй. Хорошо. Что это, шприц? О, сделай ей укольчик, и нога починится. Ну что, Дашунь, починилась нога там или нет? Да. А где мы ее, пожалуйста, вносим? Сейчас, зайчик, подожди. Я распаковываю, смотри, какая тут классная. О, привет, Вуль, привет. Что-то, о, вывалился кейс. Покажи его, какой он классный. Вот. Ух ты. А вот ручка. Вот такая ручка. А я все продолжаю бороться со стетоскопом. Подожди. На, ты хочешь обрезать что-то? Обрезай. Да. Я сейчас распакую это. Там вот эта ручка я взяла. Да? Обрезай резиночку. О, Ашу, смотри, какой стетоскоп классный. Супер. Так, все детали мы достали. Вот такой классный кейс. В него, как он открывается, надо... А, он нажимается на этот камушек, на бриллиант. Покажу, это такая брызгалка в горлышко. Делай укольчик, чини ножку пока. Такие щипчики. Я не знаю, что ими чик-чик можно делать. В общем, куча всего. Тут еще какой-то ящичек, куда ты его задвигать. И даже маленькая аптечка. Так. Дашу, ну давай будем смотреть, что в этот кейс. Давайте посмотрим на наш Эмбер. Что-то непонятное. Что-то непонятное. Это аптечка для Эмбер, для маленькой. А Эмбер у нас трансформируется... Получается вот такая машинка Эмбер. Дашуль, она едет к тебе, хочет выяснить, что ей попалось, что у нее входит в ее медицинский набор. Она будет лечить Роя? Да. Слушай, ну с этим кейсом, Дашуль, смотри. Ты же можешь его как сумочку носить, да? А ну попробуй. Подходит она как сумочка в качестве сумочки? Наушники. Да? Классно. А ну одевай стетоскоп. Нет, одевай, померь его. Смотри, какой он классный. Класс. А ну послушай, Роя, пройди. Скажи, Роя, как ты себя чувствуешь? Ой, как ты себя чувствуешь? Дышите, не дышите. Дышите, не дышите. И я хочу, и я. Меня тоже. Не могли бы вы посмотреть, пожалуйста, Эмбер? Я уже иду. Придется укольчик сделать. Укольчик, это не страшно? Нет. Комарик как большой.
знаю. Шприц классный, правда? Таких шприцов у нас еще не было, ни в одном медицинском наборе. Да что, неудобный стетоскоп, да? Его к ушкам на самом деле невозможно прикладывать, да? А ты на шейку его, просто сними вот так на шейку себе закрепи. Все. И Эмбер вызывают на помощь. Спасатели зовут ее на помощь. Эмбер, быстрее прячься в свой кейс. Я уже еду. Иу, иу. Я жду тебя, Эмбер, запрыгивай. Я буду как космический корабль. Давай возьмем с собой аптечку на всякий случай. Да, Шуля, доставишь нас до места назначения? Да. Взлетаем! Хелли нам поможет. И говорим всем пока-пока! Ставь лайк и подписывайся на канал Майдэй. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!